c'est ça. Президент ФИФА Зеп Блаттер прислал телеграмму в Тбилиси и назвал Рамаза Шенгелия одним из лучших футболистов и голеадеров Европы. Это самая большая и серьезная характеристика, которую можно дать футболисту. Шенгелия был не только легендарным и выдающимся футболистом, но очень честным, объективным и порядочным человеком. В 1981 году на королевском турнире в Мадриде с участием мадридского Реала, Баварии, АЗ-67 Динамо Тбилиси он стал лучшим бомбардиром, забил в двух матчах 4 гола. По 2 мяча он забил мадридскому Реалу и Мюнхенской Баварии. Его и Владимира Гуцаева приглашали в мадридский Реал, но тогда в Советском Союзе были такие порядки, что за рубеж футболистов не отпускали. Естественно, не отпустили и Рамаза. В 1981 году Рамаза включили в список 10 лучших футболистов Европы. По-моему, он тогда занял 7 место. Он был великим футболистом и очень простым и душевным человеком. Поэтому его любила вся страна.